Урок 15 и следующая буква арабского алфавита – буква СИН. Давайте посмотрим, как пишется буква СИН. Строчка. Это буква СИН. Давайте попробуем еще раз. Как мы видим, начинается она над строкой, а хвостик опускается под строку. Давайте попробуем произнести вместе букву СИН. СИН, СИН, СИН. Буква СИН мягкая и произносится она мягко. СИН.